25 июля 1918 года войска Колчака заняли Екатеринбург. Адмирал сразу же назначил следователя по делу о расстреле царской семьи. Через 3 месяца капитан Наметкин положил ему на стол рапорт, в котором сообщил, что вместо расстрела была его инсценировка. Не поверив, Колчак назначил второго следователя, Сергеева, и вскоре получил такие же результаты. Параллельно с ними работала комиссия капитана Малиновского. Он в июле 1919 года дал уже третьему следователю Николаю Соколову следующие указания. В результате моей работы по делу у меня сложилось убеждение, что августейшая семья жива. Все факты, которые я наблюдал при расследовании, это симуляции убийства. Адмиралу Колчаку, уже провозгласившему себя верховным правителем России, совсем не нужен был живой царь. Поэтому Соколов получает совершенно четкие указания – найти доказательства гибели императора. Но Соколов не нашел таких доказательств и просто выдал такое заключение. Трупы бросили в шахту, залили кислотой. Таким образом, расстрел царской семьи не был подтвержден в результате какой бы то ни было экспертизы. Если верить газете «Президент», в КГБ СССР на базе 2-го главного управления был специальный отдел, наблюдавший за всеми перемещениями царской семьи и их потомков по территории СССР. Из документов этого спецотдела Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей царской семьи и приезжал туда для встреч с императором. В форме офицера Николай II бывал в Кремле, что подтверждал генерал Ватов, служивший в охране Иосифа Виссарионовича. По сведениям газеты, чтобы почтить память последнего императора, монархисты могут поехать в Нижний Новгород на кладбище Красная Этна, где он был похоронен 26 декабря 1958 года. Отпевал и хоронил государя знаменитый нижегородский старец Григорий. Таким образом, расстрел царской семьи ничем не подтверждается. Останков царской семьи тогда никто не видел, а слухов об их чудесном спасении всегда ходило множество.